Алло. Алло, молодой человек. Просто понимаете, любую секунду обрывается WhatsApp, потому что по телефону звонят. Поэтому лучше А, просто по телефону, ну-ну-ну. хорошо? Ага, Так, ага. скажите, пожалуйста, что у вас произошло? Так, у нас был обычный день вчера. Вечером приехали все вот на автопарк, все. Так. Сдали план часов 8, вот после этого сразу же, полдевятого где-то вот. Приехали вот два автобуса Монсов. Начали, В да, таксопарк в приехали. автопарк Так. прям, ну. И без причин, ничего не объясняя, ничего не говоря, вот, пойдемте вот проедемся в полицию, проедемся в полицию. Там они обращались на «вы». Ну и все, вот все в автобус, там человек все, наверное, вот запихали. Там автобусы большие. Приехали в этот, ну, в полицию, да? В МЭС, по-моему. И с автобуса уже начали там уже дубинками вот выгружать, как бы, как грузов выгружать. Все вот мордой вниз, никуда не смотрим, не оглядываемся и заходим. В комнату вот всех занесли и начали вот избивать, избивать. Даже вот документы они не начали проверять. Просто тупо начали вот бить и бить, бить. Никто там ничего не смог даже спросить, вот за что, зачем, почему вы нас сюда привезли-то. Вот что-то вот, что-то скажешь, сразу, блин, удар там получишь 3-4 раза. И все, и так это продолжался. Там на людей вот наступали, чтобы этот в потолок, они же, там же видеосъемка же идет, у них там полиция-то. И скотчем они вот нагло закрывают вот эти вот камеры внутри, которые. И все вот сесть, всем сказали сесть, мордой вниз. Никто не двигается, не шевелится даже. И вот и сзади, короче, начали бить дубинками, битами, там, да, вот так на красный проезжаете, там, у кого денег нету, пассажиров выгружаете, нагло там с пассажирами общаетесь из-за этого. Что они говорили, вот только вот эти вот 3-4 вещи. Вы надоели, вот уже, блин, ваша морда нам не нравится, там нецензурные слова еще, блин, маты, не маты. Там чело, там парней четверых, пятерых они вообще жестко избили, чересчур жестко избили. Они там аж этот, сознание теряли. Сознание потеряли, там ложка, язык. Один из них там чуть не проглотил, не умер. Язык кое-как там этот, обратно вытащили. И часа 4, получается, нас избили. Сказали, вот на каком автобусе приехали, едьте обратно, короче, в автопарк. Все разбежались. Завтра, как будто вот ничего не было, все выходим на работу, говорят они. И все толпы обратно приехали в этот автопарк. Потом начальство наше приехало, Васильев. Часа в 3 ночи это уже было. И скорые там штук 8-9. Скорые вызвали все там. Скорая приехала. Да, скорая тоже. Там из них, из некоторых паспорта, документы, вот телефоны они даже не вернули. Вот эти вот омановцы, да? Скорее вот двоих-троих с тяжелыми, которые забрал. Метров 500 отъехали, высадили их, высадили почему-то. Потому что Тяжелых вот у них. тоже высадили? Да, у них потому что паспортов этот рядом нету с собой. Ну и что Паспорта с того? Это у все этих. равно незаконно. Да, блин, там много чего незаконно было Еще вчера раз ночью. вызвали скорую? Заставили Всем. забрать? Нет, конечно, не заставили. Мы их так домой сами отнесли. Их что? Домой, домой мы сами помогли на своей машине Это вывезли домой. дурость, золотой мой. Теперь на дом вызывайте скорой помощи, чтобы людей госпитализировали. Они без Вам паспорта, без паспортов не забирают. заберут. Если не будут забирать, позвоните мне. Ну. Так, теперь все, кто, у кого синяки, ссадины, царапины, все строем в травмпункт. Это бесплатно. Пусть вам описывают травмы. Ну, Понятно? понятно, понятно. Ой, сейчас я буду стараться собрать журналистов. Сейчас буду звонить в Совет по правам человека. Ну, А что вчера кого вечером мы тоже вот сделаю? искали, искали в номере этих журналистов, блин, вообще не могли найти. Зайчик, Знаете, что там. мне еще надо? Фамилии, имена, отчество, даты рождения, гражданство пострадавших. Я не могу сообщать просто о кыргызах, понимаете? Вот так Ну, я не конечно, могу. конечно, конечно. Мне нужно фамилии, имена, отчество, даты рождения, гражданство. В первую очередь самых пострадавших. Самых тяжелых, да, там? Да. Потому что, чтобы потом не было у них шансов сказать, что Ну, таких ну, ну. людей нет. Ну, 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 ну. Понятно, да? Все, понял, понятно. Хорошо, я жду. А вас самого-то как зовут? Жиргалдек.
Жыргалбек. Хорошо, Жыргалбек. Давайте. Всего доброго. Хорошо. До свидания.